Шайтан им вселяет. Говорит, «Мы, вы и так все единобожники, вы и так все мусульмане, все вы знаете единобожие, зачем вам это подробно изучать? Зачем вам это знать? Зачем вам это нужно? Субханаллах. Разве вы не видите? Разве вы не видите то, как распространилось это многобожие в исламском, на исламских землях? И мы поговорим подробно об этом, иншаллах. Как поклоняется помимо Аллаха, Субххану тааля алла, кому-либо кроме Него? И. Разве мы лучше, чем Ибрагим, алейсалям? Разве мы лучше, чем Ибрагим? Известная дуа Ибрагима, алейсалям. Кто такой Ибрагим? Ибрагим это отец пророков. Это э, муахид, ханиф. Макана Ибрагиму Ягудин, валя насранин, валя кинкана ханифом муслима. Ибрагим не был иудеем или христианином, однако он был ханифом, истинным единобожником, муслиман, покорным Аллаху Субхану Какое он дуа. Это человек, который поломал своей рукой идолов, что он говорил? Какой дуа? О Аллах, защити меня и моих детей, мое потомство, чтобы мы, поклоня... чтобы мы не поклонялись идолам. Просит Аллах, Субханта, защиты от поклонения идолам. Если Ибрагим, алейсалям, просит это, если Ибрагим это просит, что уж говорить о нас? Мы тогда вдвойне, втройне и еще больше должны остерегаться этого многобожия. Должны остерегаться всего, что с ним связано. Изучать. Э все, что связано с этим вопросом. И разве мы лучше сподвижников Пророка, салатусалям. И ведь посланник Аллаха сал вплоть до своей смерти, вплоть до своей смерти, Он разъяснял сподвижникам Таухид. Даже будучи на смертном адре, Он говорил своим сподвижникам о Божия о, о Таухиде. Поэтому, о рабы Аллаха, необходимо нам вернуться к этой основе. Необходимо нам вернуться к этой основе. Изучение единобожию уделять этому. Не нужно э, обольщаться людьми, призывающими некоторыми, которые говорят, достаточно пяти минут, чтобы изучить единобожие, не нужно этому слишком много времени уделять и так далее и тому подобное. Нет, Если у тебя не будет единобожия, если у тебя не будет таухайда, все остальное тщетно. Какой бы ты благонравный ни был, какой бы у тебя ни было количество поклонений и так далее, если у тебя упущение, единобожие и все остальное тщетно. Это то, ради чего ты создан. Это то, от чего зависит твое место в раю или в аду. И по этой причине ты должен больше всего внимания уделять этой науке. И люди говорят про что мы нуждаемся в исламском государстве, где будет судиться по шариату, в мусульманской стране и так далее. Не будет этой мусульманской страны. Не будет до тех пор, пока люди не вернутся, что? كيدي نبو ج. الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم, ال... دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله سبحانه وتعالى الله أبشاو تيم из вас которые уверовали и совершали праведные деяния что он непременно сделает их наместниками на земле. Аллах, смотри, дарует, Он обещал это, хорошо? Подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них, Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. При каком условии? Что дальше говорит Аллах, смотри? Они поклоняются Мне и не приобщают Мне за товарищей. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами. И это условие.